Привет, дорогие друзья. Боже, ну ты как этот гопник с района. Вышла, значит, в своем вот костюмчике. Мация говорит: боже, ты такая ламбада. В Батуми проходит фестиваль еды. И мы идем есть. В Пионерском парке, ребята, находимся. Мацулик на фоне озера. Семечки уже выкинул? Нет. Залези. Знаешь, что хочу? Что ты хочешь? На качельке покатать. Ну, идем покатай. На какой хочешь? Одна меня не выдержит. Выдержит. Не долезет. Мы всех детей оттуда уберем, один ты останешься, выдержит. Ну, я не такой тварь. Ты такой. Спасибо, я тебя тоже люблю. У меня жил сегодня ламбада, мне можно. Ты коза седная. Хоть сказала бы, я сам как Хосе оделся. Здравствуйте, сколько квас стоит? Квас. 30 маленький. 30 маленький, ребята, и 70 большой. Спасибо большое, до свидания. Это на бульваре муравейник. Вот в прямом смысле слова. Сколько людей, шок чевар просто. А этот всю воду пьет и семечки грызет. Да потерпи ты уже, да, сейчас поедим что-то вкусное. Я на диете. Господи. На его лицо, ребята. Да хорошее это. Сейчас тебе за семечки так напишут. Это Зура, мой подписчик. Да, да. Познакомьтесь. Из Тбилиси. Говорит, смотрит каждое видео. Да. Поэтому вы должны быть у меня на видео обязательно. Можете передавать привет кому хотите. Вашему другу, по-моему, Мацу. Мацу, да. Да. Хорошо, хорошего вечера, до свидания. Спасибо. Пока. Сколько бублики стоят? 20. Спасибо большое. Хорошего вечера вам и хороших торгов. Вам тоже хороший. Спасибо, здоровья. Спасибо большое. До свидания. Мацо, как у тебя дела? Ты счастливая? Очень. Бедолажка ты. В последнее время никому не нужна. Сейчас наблюдалечка, ты нам нужна. Дали, верни. Я думала, фестиваль еды, это, знаете, куча там ларечков. Там свою, как бы, эту еду представляют. Что-то я, наверное, не... Идем сварим борщ и представим свои. А мы борщ так и не сварили. Да. Ну, давай сварим. Я завтра только уезжаю. Приедешь же, там не остаешься. Куда есть поеду. Вот. Ой, он писнул. Ты видел? Да. Она писнула. И что вы будете следить за каждой собачкой? Ой, я не знаю, Макс. Кто покакал, кто пописал? Да. А мы все-таки нашли, где находится фестиваль еды. Ну, 2 часа так поблуждали. Оказывается, это можно сказать, что на кортах. Фуд-фестиваль. Пойдемте посмотрим, чем же нас здесь сегодня могут угостить. Что здесь будет вкусненького? Как интересно сделали. Фреш-паста Тобо. Цены можете посмотреть. Да? Да, заработали вот эти кафешки. А вчера не работала? Вчера только открытие не все, было? Не все. Аккуратно, работала. Не ударься, пожалуйста. Ребят, везде, правда, музыка играет. Нам здесь страйки понаприлетают. Ну а что делать? Надо показать как-то. Здравствуйте. Здравствуйте. Как дела? Отлично у вас? Спасибо, хорошо. У вас кофе, да? Портреты в подарок, да. Мы рисуем портреты в подарок на стаканчиках. Ваш портрет, конечно же, если вы заказываете какой-нибудь коктейль. На таком стаканчике? Можно на таком, если это холодный. Можно на этом, если он горячий. Или добавляете один лари, мы рисуем на этом и отдельно на другом стаканчике уже отдаем вам коктейль. Ну, тут красиво нарисовано. Да. А долго рисуют? 2-3 минуты. Вот наш художник. Как вас зовут? Лиза. Лиза, очень приятно. Меня Даля зовут. Я буду вас рисовать. Что вы заказали? Вот сейчас подумаем. Мацу,
Что будешь? Мне ничего не получится, моя там не поместится. Поместится. Значит, вы выбираете какой-нибудь напиток, вы можете выбрать кофе или без кофе. Что именно вы желаете? Холодное, горячее? Два латте. Два латте. Хорошо. Да, карточка. Если у вас есть PayPal, точнее именно карточка, PayPal у нас не принимается. А вот сейчас дали рисую. Ядовитка что-то фоткает. Я тоже, посмотри на меня, чудище. Я и так не красавчик, здесь вообще ужас. А где Давид? Хоть чуть-чуть похоже, вроде нет, да? Ну ты вообще похож, я не знаю на кого. У меня только кепка. Здравствуйте. А что у вас вкусненького? У нас итальянская паста. А у вас картой платить можно? Решили попробовать самую дорогую. Ребята, у меня есть в планах попробовать здесь абсолютно в каждом из баров. Ну, я не говорю в один день. То есть на протяжении вот этих двух месяцев мы будем с тобой приходить и сделаем свои выводы, нет? И потом точно мне не нарисуют. И так страшно нарисовать, так вообще я не помещу. Ну, ты не похож, реально. Я на Гитлера похож. Усики, давай нарисуем. Есть у меня, посмотри. When we're with our friends, it's definitely something in the air. So let's take it from there, 'cause I know you want it. Afraid to let it show, and I know you need it. Why don't we let it grow, grow, grow? I think it's time we stop tipping on our toes. What's holding you back now, sugar? Еще моя морда такая страшная. 8 лари не стоит, да? А здесь, да, все дорого. Очень вот дорого, здесь, ребят. Короче, идите в город, ешьте там. Да, 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 тут дорого. Еще это, только кэш берут. Да. Нет, здесь я заплатила картой. Ты будешь тебе взять? Дали пытается поесть макарон. Макароны как макароны. Я прикольно. С сыром. Ну, 19 лари или 18, сколько? 19. Очень дорого. Пойду домой. Мацу, ты потерял нас? Да, потерял. Из туалетика вышел и не нашел? Не нашел. Ну это хуйни, зашел, где вот это себе приговор приписывает. Приговор? Да. Что ты дакаешь? Оля, я на твоем месте уже дал бы... Оля. А Оля думает, что ты придешь домой ты сейчас? Я тебе покажу, блядь. Да, вот тогда тебе будет да-да. Кувалда есть? Кувалда. Пора уже покупать. Ой, а что, уже одна поломалась? Оль, у тебя когда день рождения? Какого числа? У меня? Да. Мать, 10-го. Ой, блин, мы опоздали. Мацу, на следующее 10 марта надо кувалду купить. Написать «Давидик». Да. На кувалде. Да, «Давидик». А он только все именное принял. Тебе никого это не напоминает? Кого? Кто? Знакомый есть? Кто? Ну, только не скажите, что этот ваш, как его? Нет, ничего не говори. Это он, да? Да. Серьезно? Почему вы меня всегда с ним сравниваете? Ну хватит уже. О, я же как вы. Обидно, честное слово. Назад, когда вы. Боже, и Давид тоже там влез в кадр, как обычно. Он везде залезет. Завтра у Давида день рождения, поэтому... Ай, блядь, сука. Пальчик поранил Давидка. Скоро выйдет. Вы знаете, что он каждый день нам скидывает, сколько он заработал за день? Да, чтобы они... Чтобы мы сдохли от зависти. Спасибо, Давид.
Типа вы нищеброды такие, да? Смотрите, какой я крутой пацан, да? Мацу, это так выглядит? Не хочу даже камень. А у вас свадьба была? Нет. Сказал, что он Оле купит наконец-то за 12 лет жизни бриллиантовое кольцо. Боже мой, придумываем на ходу называется. Слушай, у тебя такая шапка хорошая. Подними голову чуть-чуть. Вот, вот прекрасно. Ты, молодец. Ты что, фильтр на меня включила или что? Не-не, просто а хорошо что? Сидишь. Сиди. Вот. Прекрасно. Скажи Ваху, просто Ваху. Ваху, плавленный привет тебе из Батуми. Даже, нет, все. Не туда. Записи. Дай твой телефон, я твой телефон запишу. Ваху, мне сказали, что у тебя будет гордичный с ристом. Привет, Мац. Привет, дорогие зрители. Я не хотел сниматься. Но такой повод я не могу не сняться. Я еще так не отмечал ребенка рождения никогда в жизни. Наш Давид Цуркава. У него родился сын. Мы его поздравляем, конечно. Но такого жадного человека в своей жизни я не видел. Мы сегодня отмечали рождение его ребенка хот-догами. Такого ужаса я в своей жизни не видел. Самыми вкусными хот-догами в Батуми. Даже... Расскажи, что такое самые вкусные хот-доги? Это хлебушек и две сосисочки. Вот такие вялые. Анти-пиар компания в процессе. Люди, я правда не хотел сниматься, но такого ужаса я в своей жизни не видел. Я еще раз в своей жизни подвижу. Наведу я этих несчастных бомжей в ресторан итальянский сейчас. Боже ж ты мой, мамочка. Люди, кто бомж Вита с сосисками ребенка рождения? Веду их, веду, мама. Сидели с такими постами, хот-доги будем кушать. Все, веду их в ресторан нормальный, приличный. Не знаю, если дали, дресс-код пройдет там и оттуда пропустят, будет хорошо. Ну не все же такие богатые, редкие, блядь, сорочки по бульвару, как ебанько ходить. Август месяц, сами мерзли только что, боже мой. Люди, я вам потом расскажу. Я Давида не видел очень давно, еще бы лучше бы не видел. Я потом вам расскажу всю правду о нем. Я и так говорю всегда, боже, правду. Боже, где ты на меня правду собираешь? Скажи, я за монитор расскажу и тебя заклюю. Боже, этот человек продал меня за монитор несчастный. Вот, мама. Он продал. Продал за 50 боже, лар дружбу. Фу, та, таких людей ненавидит. Такую дешевую дружбу я себе не представлял, дешевка, честное слово. Первая, продавал монитор, говорю, пишу, Давид. Один монитор спрячь, а он пишет, а я уже продал. Он, наверное, хотел, чтобы я у него попросил, чтобы он подарил. Ну нахер мне его пускать в жопу заткнуть. Ой, разборки и интриги продолжаются. Смотрите в следующей серии. Мацу я не продал еще маус. Потому у тебя отказались. Потому у него отказались. А что он мне не отдал монитор, не продал. У него отказались, а и не купили. Что он сам не мог разрезать свинину? Кошмар. Это мы простые люди пришли вот в светский ресторан, где Давидкин свининку нарезал, усраться. Я их сначала хот-догами накормил, чтобы они много не заказывали, а потом сюда пришли. Что? Тебе стыдно, сказал, мы тебя пристыдили. Ой, пристыдили. Ребенка рождения отмечал хот-догами. Такое еще. Каждый днем он меня все больше и больше удивляет. Господи, откуда он на нашу голову упал? Как воняй. Это все лари заплатили. Батуми живем как туристы. Это вот. 50 лар забудь. Это не от них понятно. От кого? От кого? Say, what is it for this house?
shame.